там мужика бьют. Без этого. Смотри, кейс вот приехал по херам. Бульдозер нашли какой-то там. Там не был бульдозер, там ТО был. Теперь есть В10. Нет, это не бульдозер. А. Ага. Бульдозер. Сих пор В10 не бульдозер. Сравнение с Катерпиллером D6, это не бульдозер. Вопрос очень был, да. Можно еще отойти, например. Тебя видно? Вообще-то все видно, я так, для безопасности, собственно. Стой, не до мазика. Давайте фоточки подставлю, тогда хорошо представить. Хорошо. Нет, зачем? Так, пока.
Как? Кстати, вот там вот контейнер так стоит. Какой контейнер? Вот, вот вы видели, наверное, на видео. Торина, вот извиняюсь, я попутал, что подкладывают вместо фуру такие контейнеры. И да, там внутри каркас спарен, я не знаю. Видел такое? Когда это вместо опор контейнеры подкладывали? Вот, контейнеры там, наверное, внутри убираете, если нет. Мы их видели с мастами, так вот там, потому что сейчас на видео есть. С мастами? Когда вот и монтаж их. Чё-то не помню. Ну, едет. Стой, ну, блин. Мне одному скучно. Точнее, страшно. Они хотят рядом больше говорить. Я понял, что они хотят. Не, не слишком рядом. Смотри, что делают. А? Видишь, доску куда несут? Ну, я и говорю, вот так. Неспроста. Не рядом туда, куда. Никуда мы думали, я так понимаю. Буду с другой стороны говорить. А что ж тебе еще там надо? Ну, от накопления освобождаться. Пить, есть. И отдых, наконец-то, а есть. Мы уже я только что говорили. Маневр не разбирать, горки не толкать. Интересно. Почему не падает, действительно? Что-то я тебе под наклоном посмотрел, кто-то под наклоном стоит. Да, тоже. Им подходит подвор под нее.